Состоялась пресс-конференция, посвященная оценке инвалидности военнослужащих, раненых в годы 44-дневной Отечественной войны, обеспечению реабилитационными услугами и средствами, а также новым критериям, применяемым в сфере назначения инвалидности. Госагентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана отчиталось о работе, проделанной за первые 5 месяцев этого года. В период после окончания 44-дневной Отечественной войны была назначена инвалидность 3000 ветеранов. А в целом за последние 3 года этот диагноз получили более 160 тысяч человек. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции Госагентства медико-социальной экспертизы, посвященной оценке инвалидности и реабилитации людей данной категории. Только за первые 5 месяцев текущего года инвалидность была назначена 30 тысячам человек, что в разы больше, чем за аналогичный период прошлого года. При нашем агентстве функционируют 15 реабилитационных центров. Их коечный фонд превышает 700. За 5 месяцев этого года уже 14 856 человек получили реабилитационные услуги. 1113 из них были обеспечены амбулаторным, 4318 – стационарным лечением. Наша цель – увеличить это число до 30 тысяч. Все это делается для того, чтобы граждане смогли бесплатно пройти качественную реабилитацию. Реабилитационные учреждения играют важную роль в обеспечении ветеранов необходимыми услугами. Они построены и оборудованы в соответствии с современными требованиями. В послевоенный период в центрах была оказана эффективная реабилитационная и социально-психологическая помощь 2500 ветеранов. В наших реабилитационных центрах оказывается и психологическая помощь. 696 человек получили эту помощь за 5 месяцев этого года. В этом году была сдана в эксплуатацию новая электронная система резервации, посредством которой можно воспользоваться услугами. Человек с инвалидностью уже не должен становиться в очередь. Ему достаточно выбрать онлайн нужный центр и удобное время. Успешно реализована программа по обеспечению высокотехнологичными протезами последнего поколения сотен ветеранов и инвалидов 44-дневной войны. Приглашенные в Азербайджан высококвалифицированные специалисты из Турции будут оказывать услуги всем гражданам с инвалидностью, в том числе ветеранам Отечественной войны. Помимо этого, наше агентство обеспечивает граждан реабилитационными средствами. В настоящее время их количество увеличено. Если раньше предоставлялось 34 вида реабилитационных средств, то сейчас это число достигло 57. Они включают в себя механические и моторные инвалидные коляски, функциональные кровати, протезы и другое. За последние 5 месяцев 5411 человек с инвалидностью получили порядка 24 тысяч реабилитационных средств. Кроме того, с 1 июля 2022 года в Азербайджане в сфере инвалидности будут применены новые критерии, согласно которым инвалидность больше не будет ограничиваться 3 степенями, а будет оцениваться более комплексно на основе определения процента потерянных функций организма. При этом будет учитываться степень ограничения 7 основных категорий жизнедеятельности человека по уходу за собой, свободному передвижению, выбору направления, общению, управлению поведением, обучению и трудовой деятельности. Эсмир Алиева, Наиб Гаджи, в CBC. Thank you.